Сегодня поднялись в горы, турецкий завтрак. Ну вот два кафе почему-то не работают, хотя сегодня суббота, маэстро вид. Панорама прекрасная на всю Анталию. Так, вроде один ресторанчик работает здесь. Детская площадка есть небольшая, гамаки, чтобы полежать на ресторанчик. Чтобы посидеть с панорамным видом. Можно под навесом сесть, можно без навеса. И смотрите, какой панорамный вид открывается классный. Красотишка, да? Ветер здесь, конечно, наверху дует, в горах хорошо так свежо, потому что сегодня 35 градусов, здесь стоишь. Можно даже сгореть, потому что ветерок обдувает, не чувствуется на Анталии. Тут еще есть, по-моему, ресторан. Вот здесь еще есть такое местечко. Давайте здесь посмотрим поле, смотри, как внизу красиво. Вот здесь прям вообще панорама, панорамище открывается. Порт видно, всю Анталию просто, как на ладони. Там зоопарк еще есть. Бар, напитки, все есть, но мы приехали чисто на турецкий завтрак. Уточки, вон тоже зоопарк, конечно. Тут уточки, петушки, я слышу, это павлины орут, не петушки. Вон павлины сидят, мавлины. А вон и петушки павлины сидят, а вот утки, смотри. Папа, где белые павлины? Это же они орают. Голуби там подносят потихоньку трапезу турецкую. Фреш из горных апельсинов. Что, потрапезничали, полюбовались видом. Потом завалились все на гамак, на качели. Кто куда, вон там даже большие качели есть, чтобы покачаться. Под пихтой, облепихты, чтобы не жарко было. Классное местечко, первый раз вот тут в горах. Сколько живем? Первый раз поднялся. Вот такой сегодня прекрасный субботний день. Классно здесь, конечно, ветерок бывает. Здесь прям по территории такие птенцы ходят. Улочками, ой, смотри, какие штуки. Можно взять интервью, пожалуйста? И прайс, how much, да? Некогда, как говорится, Турция. Сколько? На всех, на нас, вот сок, все. 700 лир получилось. Насколько много, две семьи с детьми. Все пили сок, фреш, там, яичничка, еще что-то. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. Что, ребята, кому нравится? Вот такие квартиры здесь есть. Город в городе, в Кипезе находится. Много чего уже продано, много чего сдано. Вот, ну будет еще строительство. Вот что-то строят. И здесь прямо на трамвае, видите, так будет ходить. Можно доехать до моря. До моря здесь 6 километров вот так вот по прямой. На самом деле не очень далеко. И на трамвай сел, и все. Несколько веток трамвая здесь ходит. Вообще Кипез, он очень большой. А это прям город-город. Сейчас я покажу вам, как это выглядит. Примерно вот так. Ну, даже не то, что будет. Здесь уже много чего построено. Вот сейчас ехали, я прям видел, что уже живут люди. Там и школы, и все, и парки прям есть. Такие варианты, смотрите, есть вот. С бассейнами, да? Прям есть. 23-й вот, да? Разные есть. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 есть еще. На любой вкус варианты. Вот есть блоки, где вообще полностью уже все продано. То есть квартиры на самом деле не так много осталось. Все разобрали, как горячий пирожок. Очень интересно еще как инвест-проект. То есть купить, потом сдавать в аренду. Плюс здесь показывается полная стоимость на топу. Под гражданство можно взять сразу часть объектов, прям раз квартиры набрать и сразу гражданство получить там на эту сумму. Сейчас 250, наверное, когда вы смотрите, уже 400 тысяч долларов эквивалент должен быть. Такая сумма должна быть по топу. А, и еще рассрочка. 50% сразу платите, 50% на 36 месяцев, беспроцентная. Банка государственного идет. Давайте покажу вам, как квартиры могут выглядеть изнутри. То есть тут примеры по площади. В стоимость входит кухня, кухонный гарнитур, вытяжка, духовой шкаф, плита и даже, кстати, посудомойка. Холодильник это отдельно, мебель тоже все отдельно. Так показано для примера, как это все может выглядеть. Вот. Кондиционер тоже не входит в стоимость. Шкафы встроенные входят в стоимость. Вот один, еще где-то второй. Ну, все зависит от планировки, от метража. Давайте так вот вам покажу комнаты. Это у нас сколько? Раз комната, да? Два комнаты, это у нас 2+1. Вот такой шоу-рум здесь есть. Можно приехать выбрать, посмотреть. Так, и два санузла, но это на разные планировки просто показано, как примерно. Обычно 2+1 с одним санузлом идет. В планировке здесь тоже все посмотреть. По ценам все посмотреть. Качество материалов. Ну так, на первый взгляд, неплохо. Плиточку все это тоже можно глянуть. Полотенцесушители.
Вот эти рейки, это не входит тоже, это отдельно делается. То есть как за доплату можно посмотреть разный дизайн. Так, также смотрите, батареи входят. Здесь газового котла нет, потому что здесь будет центральное отопление. Прям как у вас дома. Еще балкон вам покажу. Как выглядит балкон. Вот так вот. Оп. Ну и тоже, опять же, разные планировки, разный балкон. Есть где-то угловые, есть поменьше. То есть на планировке тоже можно все посмотреть будет на компьютере. Смотрите, высота потолков во всех квартирах 2,75. То есть высокие потолки. Стены будут вот так вот покрашены. То есть такая чистовая отделка. В общем, приезжайте сюда, смотрите, пишите, отправим вас сюда. Так вот рендеры показаны, как примерно это все будет там выглядеть потом живую. Вот смотрите, по цене вот сейчас мы с друзьями выбираем квартиру. Смотрите, вот 1 плюс 1 есть по 84 тысячи долларов. Так, 2 плюс 1 есть по 175 тысяч долларов, это 86 квадратов, 9 этаж. Вот, то есть разная площадь, разная цена, я вам так примерно называю. Есть и разные дома, там где-то подешевле, где-то есть подороже. Так что приезжайте, выбирайте тут все. Мы еще поможем сориентироваться. Я тоже помогу. И нашим друзьям тоже помогаю. Написали мне, где мы приедем, можно с тобой поездить выбрать, да? Конечно, можно. Приезжайте, я с вами поезжу, сопровождаю вас, все покажу. Тут классно, как вот инвест-проект, они тоже рассматривают, как купить. Потом сдавать, потом, возможно, может где-то жить. Вот. Ну и плюс еще квартиру там, в Курме, для жизни. Очень разные варианты. Можно под аренду сделать, купить в аренду, потом сдавать. Можно самим жить, в общем, там потом уже ситуация, можно смотреть, как больше нравится, как лучше получается. Ну так вот подписчики пишут, прилетают, здесь может как друзья становимся, все уже общаемся друг с другом, тусовки вместе собираемся. В рестораны, 15 лет приглашаем. В общем, дружно жить начинаем здесь. Вот мы, кстати, да, трамвайчик такой. Куда? Можно пересадки, можно по прямой. То есть резкой линии здесь в Кипезе. Ну, впечатляет, да? По оплате здесь проще. То есть застройщик сможет принять ваши деньги прямо сразу из России. Вот. Свою полную стоимость показать. Можно даже на гражданство. Вот. И рассрочка есть. Я говорил, какой город в городе, его сейчас называют все. Цены, которые я озвучил, это, конечно, на данный момент. Вот, потому что чем дальше идет стройка, с каждым месяцем, как правило, повышается цена. И если вы носите всю сумму сразу, то еще можно на скидку рассчитывать. Так что такие дела. И в ТАПУ показывается полная стоимость объекта, то есть застройщик полную стоимость показывает. Сейчас же знаете, да, еще теперь, чтобы ВНЖ получить, если вы не на гражданство претендуете, то от 75 тысяч долларов должна быть сумма покупки, именно указанная в ТАПУ по документу. Можно, кстати, сделать онлайн продажу, то есть вот так вот по видео позвонить, сказать, что есть наличие, да, потом планировки рассмотреть онлайн, заключить онлайн договор, вот, и все, предоплату сделать, и вообще всю оплату сделать, все договор сканируется, все онлайн тоже. Есть такая схема работы. Да, и внутри самого города тоже, смотрите, ходит трамвай, ветка вот так вот, оп, ходит, и можно уехать куда-нибудь в другое место. Больницы, поликлиники, все, школы, корты, все тут есть. Так вот они, объекты строятся, вот там уже построены. У нас сегодня день X, Y, потом будет сегодня приехать в миграционную службу. Сегодня на рандеву на подачу документов в ТАПУ. То есть мы ждали почти целый месяц, подали заявку. Целый месяц ждали, чтобы рандеву было. Потом подадим, и потом еще ждать самого ВНЖ. Будем на 2 года подавать. Сильно заранее не приезжайте, рано приехали. Вот так вот не остановить, слава богу. В тенечке там можно посидеть, передохнуть, потому что в машине здесь палящее солнце. С ума сойдете. И потом вот такая здесь проходная, и вот туда к зданию вперед отправляемся. В общем, заходите туда и сразу направо, там типа ресепшн, там документы отдаете, потом сюда вот правее идете, здесь оплачиваете. Берите с собой сразу сумму с запасом, всем говорят разные. У нас на троих мы заплатили, на четырех заплатили налог 2500 лир, а вот люди перед нами были, их всего двое было,
Или почему-то трестов попросили. Ну, может, зависит, от какой страны мы прилетели сюда. Вот. И главное, чтобы с собой были все документы. Лучше, конечно, отдать это дело профессионалу, честно. Вот, у нас есть контакт, кто это делает. Вот. Человек есть, который этим занимается. Потому что может не хватить кого-то документа, и придется ездить, доезжать. И разные документы нужны, если у вас аренда или если у вас собственность. То есть здесь немножко все отличается. Но я видео про это не буду снимать конкретно, что нужно, как нужно. Потому что у меня на это не хватает времени, нам просто люди наши сделали, сотрудники. Вот, поэтому лучше тоже доверьте все и потом спокойно придите, все сделаете. Если, кстати, кафешечка какая-то есть, можно перекусить, водички взять. А там вот покажите, ничего нету. Ни туалет, ни кафе, так что водичкой запасайтесь, если рано приедете. Ну и все, потом опять заходите в первое отделение, в первый зал, тоже направо. В то же окошко даете документы, все, вам дают бумажку с красной печатью. И все, и дальше ждете, почтальон принесет вам посылку. Надеюсь, счастливую, но это еще неизвестно, насколько дадут ли вообще. Поэтому то, что вы подали, это не значит, что уже все готово. Надо ждать дальше немножко. Ехал в аэропорт. Но не, я никуда не улетаю. Коллегу привез. Не улетаю. Блин, такие необычные ощущения. Так давно не был в аэропорту уже, никуда ни сюда не летал. Да нет, но не буду тут задерживаться, поеду дальше. Сегодня суббота. Может, на пляж куда-нибудь или еще куда-нибудь. Опа, я успел. Уже в поисках машины себе. Kia. Просто пусто, вообще ни одной машины. Говорю, когда будет новый, июнь. Вообще не знаем, когда будет новый. Короче, машины здесь не найдешь так просто. Зато самолеты красиво здесь летают. Очень. Кода. То же самое. Сейчас наличия ничего нет. Мы сказали, вот на следующей неделе придут машины. Оставил номер, мне позвонили. Смотрите, здесь есть скала. Я что-то в России такой не видел. На самом деле она не маленькая. Еще не универсальчик. Я сейчас на дороге тоже такой видел. Мне прям показалось, она прям, знаете, как Октавия. Вот тут прям вообще что-то такое средненькое. Знаете, ценник вот сейчас на данный момент у скалы от 547 тысяч лет до 657. Ну ничего, кстати, я бы съездил бы скалу-то. Ты поехал на скалу на завтрак, турец. Камик есть, Камику. Тоже, кстати, ничего симпатичного. Наш код не очень распространена. Но все равно уже ездит, распространенность. В Ниссанах тоже сейчас ничего нет, скоро будут машины. Просил, патрол бывает у вас в Турции? Он говорит, нет, себя не представляю. Слишком много ест. Ну да, в России-то тоже накладненько выходит у меня. Здесь вообще не заручишься. Здесь сейчас 100 рублей, там бензин стоит. В общем, сейчас тоже ничего нету, но будут машины на следующей неделе, но ценник на Nissan гораздо выше, чем на все остальное. Вот Fiat сейчас еще заезжал. Fiat будут на следующей неделе машины, тоже и автоматы. Тоже должны прислать мне смс, что там будет. Так, Renault и Dacia. Машины будут только через месяц, в июле аж. Вообще ничего не будет в июле. Беда вообще с машинами. Но в Тойоте дела поинтереснее, на следующей неделе будут коровы. Цены, кстати, тоже приятные, но на данный момент, сейчас скажу вам, сколько стоит корова. Корола от 432 до 600, то есть там на автомате до 497 можно взять там даже с экрана. Вот так вот, в общем, позвонят, ну, когда будет. Да, и такая ситуация, сейчас ничего нету. Элантра в июне сказали, 8 числа, цена будет известна только тогда. А 20 в августе стоит. Вот байон не знаю, когда будет. Хоть у нас в России, по мне, такие байоны дают. Свою машину бросил и поехал на велике на пляж. Сейчас пойду в Сарысу пляж, не понял ты. Посмотрим, сколько до туда ехать. Мне на велике как-то больше удовольствия приносит. Ну, плюс спорт, движение. То есть, кушаешь. Что-то надо немного и разминать себя. На велике классно вообще. Это у нас СРСУ. Вот горы, здесь фуникулер. Ветер, правда, встречный дует сильно. Зато обдувает, на солнце не жарко. Ну, так, я чувствую, что тепло, зимой легче ездить. Смотрите, сюда даже на автобусе можно доехать. 10 минут, 11 даже, вот часа показывает.
все, я на пляж СРСУ, это я с Хормы еду. А из СРСУ на велике минут 5-6 будет, так что вот так близко же пляж. На велике и без велика вход бесплатный, если на машине, по-моему, 15 лир въезд стоит. Вот ворота, здесь оплачивается, здесь большая парковка, вот, ну, для пешеходов все бесплатно. Здесь у нас начинаются ароматы потрясающие шашлыка, потому что здесь есть такие мангальные зоны, они все бесплатные, с собой берете просто угли, мясо, естественно, и вот так вот жарите, можно большими компаниями, можно небольшими, смотрите, как круто, вот так вот жарить шашлычок, плюс тень. Потому что пихта, облепихта здесь просто в разгаре, в рассвете. Вот, и поэтому тенечки есть, плюс беседки. Вот это круто, что все бесплатно. Главное местечко найти или приехать за ней пораньше. Потому что это место очень пользуется популярностью. Видите, сколько тут пихта, облепихта. Еще плюс здесь парковка. То, что есть душ, тоже очень круто. Смотрите, дорожки есть, можно прям не тащить велик, а прям доехать до пляжа. Я, если честно, думал куда-нибудь подальше ехать, где поменьше народу. Ну, в принципе, тоже не помеха сейчас где-нибудь велик, а вон велики прям можно ставить. И ныряй, пожалуйста. Шезлонги платные, я думаю, но можно не шезлонг, у меня на кровашке есть. Вот, переодеться надо. Ой, класс, вообще атмосфера. Да, места очень много свободного. Все, сразу сходу зашел в чинжу, переоделся. Сейчас здесь не мучиться с покрывалом. Сейчас припаркуюсь и заныру-параныру сразу. Давайте атмосферу вам летнюю. Ну, классно, слушай. Места намного больше, чем в Сочи свободного. Так, ну что, пойдемте, найдем местечко, вот я сейчас спрошу, сколько стоит. Лонги стоят 30 лир целый день. Ну, пара, наверное. Ну, что, надеюсь, что это зонтов. Но мне не надо сейчас, я вот здесь вот день. Покрывалка, брошу рюкзаком и пойду ныряю. И что это такое, как на пляж приеду, куча приходит, да? Хотел вам заряд пенный сделать. Так, я понял, что я припарковался там, в центре, там здесь деревяшка. А дальше, ну, я тут смотрел. Там сейчас намного меньше народу, если куда отъехать. Пойдемте, волнишки вам передам, эмоции, как всегда. Сейчас померим еще водичку, сколько у нас тут градусов. Ниже нуля намерил. Давайте, вы пока заряжайте. Летней атмосферы. По моим ощущениям, где-то 25 вода, может быть, 25,5. Там у нас там черепаший остров. Но, может быть, я ошибаюсь, сейчас посмотрим. Ой, класс. Так, даль смотришь, кажется, много народу. Ну здесь тоже, что-то я прям в самый эпицентр реально задес, надо туда вот перебазироваться туда. Так, что, достаем? Опа, 25,6, ну прям угадал. Там 25,5, как у меня внутренний термометр, да? Так, не, пойдем, куда-нибудь потише переберу. Что я это люблю, свободно с тобой. Ну пена вообще класс, да, волны, классно. Давайте, заряжайте, как всегда. Красиво здесь, да, крупно какает. Так, забыл вам часы выключить, себе точнее. 3,9 километра. Вот, 10 минут, 11. Не спеша вообще, ехал еще против ветра, ветер не сходил. Так что очень близко получается. От СРСУ вообще, наверное, километр полтора получится. У меня накрывашечка, которую все время с собой ношу, вообще всегда. Плавки у меня с собой. Тут штучка расстрел, в общем, взял еще в магазине. Бутылочку нефильтрованного. И вот так уже будет сесть. Просто реализовать. Не, наверное, никуда не буду переходить. Видите, я сижу, тут издалека кажется, что нет народу, а вот я сижу вокруг меня. Что ты издалека смотришь себя так, ну и плавает вот сколько. Два человека на 10 квадратных метров. Нормально. Блин, красотища, да? Черепаший остров. Там Кемер. Жанна, кстати, там Кемер, это про почему я один. Я сегодня уезжаю в аэропорт, отвез и поехал машины посмотрел. Не знаю, в этом видео все будет или нет. Жду звонка, когда придет машина, но может сейчас что-то еще найду. И неохота уже в Кемер было ехать. Хотел еще на велике прокатиться, чтобы чуть-чуть движение какое-то было. И вот все, блин, класс. 10 минут, и ты на пляже. Красота. Кстати, на автобусе, видимо, еще как-то можно доехать. Сейчас последнее видео буду вам выкладывать уже с минимум монтажа, потому что когда все это затягивается, у меня столько отелей там накопилось, все-все-все. Я вам буду вот так вот, наверное, выкладывать ситуацию текущую, как-то здесь есть. Прям без монтажа быстро склеивать. Вот. Все, и чтобы вы заряжались, радовались. Да, зачем? Ну, быстро какой-нибудь монтаж. Давайте вот так вот, по-живому прям, по-атмосферному, как всегда. Ну, может, чуть-чуть не видеть. Это у меня такая жизнь, что я все время показываю, где-то что-то в одном месте, в другом, в третьем. Все время в движении. Я просто привык так жить, у меня все время заниматься каким-то делом. Удаленно своя работа, плюс здесь по квартирам с подписчиком помогаю. Вот, езжу. А, ну, посмотрите, как живут простые люди, да, которые приезжают, что вот это у них пляжи,
зонтики, там, да, полотенце, пошел, поел, покушал, отдыхал, покупался в море. То есть я реально вот в море купаюсь, ну, это второй раз за неделю. А простые люди вот так вот живут, кайфуют. Надо мне тоже пора начать кайфовать, да? Я не могу, просто вас очень много приезжает, все подписчики говорят: Женя, Женя, давай с нами. Поездим, по квартире посмотрим, все, мы хотим с тобой, там вопросы с деньгами решаются. Переводом сейчас на самом деле проще стало, сейчас до 50 тысяч Тинькофф сделал перевод. Ну, уже не только Тинькофф, просто посвятить переводы. Стало все проще, до этого было, конечно, сложнее, но тоже решались эти вопросы, как бы мои коллеги, а я как бы, ну, как сопровождение, людям со мной просто безопаснее, спокойнее. Мне очень приятно, когда вот вы приезжаете, вчера гуляли, тоже смотрели квартиры. Очень мне много приятного говорят, и, конечно же, ну, я не могу стоять в стороне. Мне, во-первых, это нравится, да, плюс это у меня так как работа становится потихонечку. Сейчас я скоро здесь даже, может, лицензию уже получу, вот, язычок подучу, язык турецкий. Вот, мне нравится, я привык в таком движении, и когда я вот так вот приезжаю, я просто вот кайфую, и поэтому мне море никогда не надоест. Поработал, приехал, зарядился, и дальше вперед куда-нибудь. Вот это движение, 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 у меня такая жизнь, я привык. Он как змеи пускает воздушно. Он все, хочу на фуникулёре подняться. Представляете, сколько здесь живут, даже с декабря, там на месяц. Ни разу в плане фуникулёр не поднимался. Мне все приезжают, спрашивают. Ой, фуникулёр, да, это канатка. Как там, вы красивый, я бы её не был. Циклокент на этот, на горнолыжный курорт зимой тоже не успел съездить. Но ничего, все впереди. Это говорит о том, что можно дальше здесь находиться, жить. И столько всего еще неизведанного, необузданного. Все-все-все, побываю здесь. Сегодня первый раз вот на город поднялся, интересно сказать. Кстати, на тему отношения к русским, там постоянный вопрос, о чем там в комментариях пишут, что правда из отелей людей выгоняют русских. Слушайте, все очень дружно, все очень классно, у нас в комплексе и русские, и украинцы живут, и белорусы. И в отелях я везде со всеми общаюсь, вообще ни одной стычки здесь не было ни разу. Здесь депорт сразу. Кто-то что-то сделал, разжигание межнациональной розни, кто-то даже вот в соцсетях здесь люди пишут, кто-то жалуется на них. Людей находят и депорт делают, все, здесь вообще все молчат, потому что все, кто добрался в Турцию, вот, по тем или иным причинам, все понимают, что он, вот это кайф, да, и никто не хочет оттуда быть депортированным, естественно, с запретом на въезд сюда в страну, там, на сколько-то лет, не знаю, может, навсегда, никто этого не хочет, и здесь, ну, как бы, все спокойно очень. Ну, это первый момент, и потом, как бы, ну, люди все равно все очень дружные, все понимают, вот, что вмешаться в эту политику невозможно реально вообще никак, да, люди не подвластны, как бы, что бы ни делай, да. У нас в России. Но я не буду эту тему поднимать, потому что в комментариях прошу ничего не писать на эту тему. У нас чисто путешествие, да, но поскольку вы спрашиваете, я отвечаю. Все спокойно, все ровно. Общаемся все вообще, все национальности. И с иностранцами я разговаривал. Как вы относитесь вообще к русским? Мы вообще отлично относимся. То, что там идет пропаганда по ТВ, она везде и всегда будет. И в каждой стране она будет своя. Но мы с вами просто вот за путешествие, за релакс. И вот стараюсь отвечать на ваши вопросы. Вы тоже пишите комментарии, я по максимуму стараюсь на все отвечать. Если где-то я вам лично не ответил, посмотрите видео, я потом в видео все равно все отвечаю, договариваю все моменты. В общем, я досидел тут до заката, солнце закатилось. Сейчас, смотри, девушка, ну, турчанка, видимо, в паранже во всем этом. Ну, бедная, она стоит, искупалась, вся мокрая. Ну, сейчас ветерок такой же прохладный, солнышко нет, ну, свежо. Она вот вся в мокром, в этом стоит, вот им нельзя там показывать свои телеса, там, лицо, все это, бранжи. Конечно, странно. В мокром стоять, холодно, так неприятно, мне кажется. Жалко прям. Так, ну а я все пакую чемоданы и двигаю куда-нибудь опять вперед. После заката, естественно, пляж так подопустел до конца. Ну, классно, мне понравилось, да? Очень атмосферно. Пишите, как вам. Классно, что еще и душ муниципальный, бесплатный. Помылся, всю соль смыл, чтобы ничего не натереть, и поехал. Там, кстати, смотри, еще солнышко есть. Ой, еще, кстати, один душ есть такой даже. Поинтереснее. Я любитель все забывать. Уже все собрался, поехал. А плавки свои. Там он бросил, я оставил. Как переодевался, закинул. Я везде все ставлю, реально. Так, ну я двигаю потихоньку. Смотрите, мангальные зоны все еще вот так вот заняты, люди сидят. Закат, но все равно все не планируют еще выезжать. Шашлычки жарят. Ароматы тут просто, знаете, шашлычные, настоящие. Да, вот смотрите, я еду не спеша. 5 минут на часах показываю. Я уже в Сарысу. Сейчас еще 5 и в Турме.
Ну вот, не спеша добрался до нашей хурмички. Кстати, вот там везде едешь, прям, ну, как бы так, тепло еще прилично. Сюда заезжаешь, здесь уже прям свежо, видимо, от горы. Все равно какой-то, ну, прохлада идет. Летом, конечно, большой плюс будет, все свежо. Но зимой я не ощущал, что прохладнее. Вообще разницы не чувствую. Сейчас вот приятное ощущение такой прохлады. Футбол наши играют все время. Вот это сервис у нас. Приезжаешь, тебе также открывают пульта брелок. А, это ворота, шлагбаум, и ты заезжаешь сюда. Оп, он тебе причем сейчас два открывает, куда ты хочешь, наверх нельзя и вниз. Я на подземную парковку ставлю. А вот наш дом, кстати, кто не видел. Мы сейчас маленькие сетки москитные поставили, очень круто. Здесь гармошки, здесь обычные, но везде сразу поставили, потому что пульта отпускает, у нее аллергия сильно идет. А так за все время только два раза кусили. Вот с декабря мы были, только два раза были комары. Еще травить здесь, чтобы их не было. Детишки внизу гуляют наши. Один, второй, третий. Гранаты жду, когда зацветут. Вернее, когда это плоды будут. Буду что-нибудь делать. Или сок, или винные изделия какие-то, если научат меня кто. Налили, запустили. Красотища. Так, а сейчас я воду хочу померить в нем. Что буквально... Сколько? Ну, день стоит, наверное. Может, второй. Сейчас опустим. Давайте вам пока заряд эмоций. Очень хочется занырнуть, если честно. Но ждем разрешения, потому что его подготавливают, хлорируют и так далее. Вот детский бассейн, маленький. О, кстати, сейчас там замерим и сравним, как нагревается, насколько быстро. Ну, что, достаем? Мне кажется, 23, наверное, где-то так. Так. Что там у нас? Нет, еще набирается, опускается точно. Давайте достаем, да, хватит замерять. Опа, на нижний смотрим, 24,5. Я ошибся, о, красота какая. Как быстро нагрелось, ничего себе. Так, и давайте в детском померим. Вон, тут потеплее, наверное, 26 будет. Так, ну давайте здесь я уже подержал, достаем. 26,4. Ну, когда мы на даче наливаем бассейн, у нас вода из-под земли течет градусов 10, по-моему, 14. Здесь, видимо, течет потеплее вода, либо просто так быстро нагревается. Ну, класс, да? Все, сейчас ждем разрешения. Что там с хлорочкой, сейчас узнаем. И будем делать заныру-проныру. Класс, да? Блин, я так ждал, я так ждал. Еще фонтаниты, видите, какие-то есть. Интересно, будут они работать или нет? Посмотрим тоже. Вот здесь вот система вот этого всей фильтрации. Там все в трубах. Мне отсюда плохо видно. Я сейчас камеру опущу. Ну смотрите, видите, как тут прям профессиональная система. И как у нас на даче, видите, две бочки. Это, видимо, там химия специальная, которая подается по расписанию или еще как-то. Очень классно, прям такие, да. Это, наверное, песчаные фильтры. Наверное, систематическая система очистки. Да, вижу, вон там клапана переключаются. Как у нас на даче вручную, здесь все, видимо, на автоматике делается. Класс, да? Погодка. Жаришка, наверное, 33-34, а сейчас посмотрим, кстати, на часах, что гадать. Да, сейчас 28 показывает, и будет 30, самый пик. Но солнце 50, если градусы поставить. Смотрите, нам пришел счет за электричество. Внимание, та-дам-та-дам-та-дам, в межсезонье 140, а нет, 157 лир. У нас, ну, тысяч по 5 в среднем считать, там сейчас курс за 4. И конвертацию там сколько у нас, 750 рублей, грубо говоря, да. Ну вообще отлично. Это мы уже, кстати, иногда кондей даже включаем, так редко, правда, но включаем. Посмотрим, что будет в этом месяце. Бочка, конечно, получается быстро окупается, то есть вообще бойлер не включаем, естественно, там кипяток идет круглосуточно, нужно бесконечно мыть. Вот. То есть, я думаю, бойлер, крыша на бочку, это очень классно. Так, обязательно есть такая возможность. Но если дома с газом, там уже не поставишь, не ставят. Тут и другие сеты тоже бывают вообще без бочек, хотя там газа тоже нет. Если есть возможность, ставьте обязательно. Так, теплый воскресный турецкий вечер. Я вывез своих детей, не только своих, на пляж к вечеру. Сейчас тут наши мамы будут где-то тоже тусоваться. Мы сейчас помешаем им тусоваться. О, смотрите, воскресенье, здесь всегда много местных отдыхает граждан. Смотрите, как у нас, какая атмосфера. Пляж прям в разгаре вообще летнего сезона. Все кипит, все бурлит, вообще живет. Я смотрю, даже кое-что недостроено, смотрите. Будут расширяться.
любимое кафе Алабама, где я на обед прихожу, кушаю. И там же здесь же купаюсь. Нет, наши дамы. Что-то кушаем. Так, ну девчонки, с детьми кушать по кафе, я сразу отправляюсь туда. В Голубую лагуну. И смотрите, если вы сидите, кушаете здесь, пьете, заказываете, то шезлонги все равно отдельно. 60 лир один шезлонг. Одна штука, а не две. Если вы на пляже в СРСУ, я вчера там был, там 30 лир стоит. Ладно, ну я думаю, кабинку я не с душем воспользуюсь, все равно бесплатно. Мне никто не запретит это. Атмосфера класс, смотрите, горы там вообще супер. Ой, ну как классно вообще. Ну только поздновато, что-то сейчас, что-то сколько у нас? 6 часов вечера. Да, 6:23 даже уже. Еще полчасика будет прохладно. Ой, ну смотрите, как тут, да, на пляже. Да, кстати, тоже не пусто. Вообще, многие турецкие жители, наоборот, ближе к вечеру ползают. Ну, я тоже уже почти как турецкий житель местный получаюсь. Пока соберусь, пока то все. Пока все свои дела поделаю. В общем, бросаю телефон и идем нырять вниз с вами. Смотрите, народу-то. О, пляжик разгаренный. Пляж огромный, 8 километров туда. Вернее, всего 8 километров, и я думаю, можно найти местечко. Ну, и все равно, так, блину, кажется, что густо, а так вот свободно, не густо. Давай, заряд вам пенных морских. Опять вставляю вас на берегу и делаю замер. Слушай, а что-то мне кажется, здесь прохладнее вода, чем вчера, вот там вот с РСУ было. Может, такое быть, нет? Сейчас замерим. Так, ну, водичка такая же, 25,1. Вот. Сейчас полетал на дроне еще. Ну, поздновато чуть-чуть. Надо на часик раньше. Солнце уже далековато, здесь все синенько. Мало света. Понятно, все равно красиво, да, как? Солнце все такая классная. Смотрите, как дымка такая, смотрите. Какая дымка редко бывает, вчера не было. Вот прям, да? Как будто все в туманчике в таком. Странно красиво. Посмотрим, как получилось. As honest as you are, the way you make me feel at night when I am vulnerable and it's cold outside, but you make it all right. I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever. Решил сидеть тут с детками и бросать камушки в море, да, Поль? Да. Кстати, ребята, смотрите, какой камушек. Да, это плитка Греко-Римской империи. Это я нашла. В Греции нам нанула нам все. Ну, это я нашла. Сердечко практически. Кстати, ребята, у нас в карманах капюшонах росли камни. Ну, а появлялись не откуда такого. И плечах появлялись, иди ко мне. Фото с Жанной, пожалуйста, по 5 долларов. Подходите. Фото с Жанной. Что сказала? Она бежала, она не дошла. Ну а теперь папина очередь. Кататься на качели. Так, ну и вечерняя мюзик-пати начинается. Кстати, место Алабама называется. Да,
я раньше говорил. В этот раз не сказал. Чего себе, смотрите, оказывается, какая у нас красота. Тут в бассейне еще и подсветочка есть. Я не знал. Смотрите, разные цвета, все светится. Прям вообще как в отеле. Опа.